В Цивильском районе открылось сразу два модульных фельдшерско-акушерских пункта. В деревне Воромсют новый ФАП станет обслуживать жителей 5 деревень. Всего 400 человек. От каждого населенного пункта до центральной районной больницы около 30 километров. А до ФАПа всего 4. Заведует новым ФАПом молодой земский фельдшер Татьяна Охотина. Я сама родом отсюда. У меня родители здесь. Узнала, что здесь есть программа «Земский доктор». И поэтому решила сюда прийти. Здесь очень хорошо, тепло, уютно, светло. Все новое, новое оборудование. В деревне Тиньговатово ФАП существовал и раньше, но здание его уже обветшало. Пациентам и медработникам в нем было некомфортно. Удобства там ограничены, поэтому медицинский состав и все сельчане с радостью будут обращаться теперь в новый фельдшерский пункт. Можно и консультации получить, и лечение, и прививки, профилактические мероприятия проводят. Можно и всякие советы получить. Это очень хорошо для сельских жителей, потому что для района, до районной больницы у нас очень далеко. Мы же окраина района. Два новых ФАПа дополнили инфраструктуру обеспечения медицинской помощью шаговой доступности, начиная от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий. Галина Титарчук, Елена Гальперина, Александр Петров. Республика.